В Меркентском районе успешно решается проблема нехватки детских садов с помощью государственно-частного партнерства. В ауле Мерке распахнуло свои двери еще одно детское дошкольное учреждение на 100 мест. Альфия Мингазова продолжит. На сегодняшний день в Меркентском районе действуют 20 детских садов и 11 мини-центров. Дошкольным воспитанием всего охвачено 2883 ребенка. Новый детский сад, который находится в отдаленном сельском округе Меркентского района под названием «Солнышко», построен на основе государственно-частного партнерства. То есть предприниматель собственные средства использовал на благо населения. Мы видим, что действительно программы нашего президента реализуются. Все делается на благо наших жителей, и мы в этом непосредственно участвуем. Для ребят здесь созданы все условия. Дети получат качественные знания. Детский сад полностью оснащен современным оборудованием. Предусмотрены и игровые площадки для каждой группы. В настоящее время сюда трудоустроено 30 местных жителей. 50 детишек уже приняты в дошкольное учреждение. Здесь таких работников, как я, работает 26 человек. Так как детский сад новый, он очень просторный, удобный, мне очень нравится. Обеспечив до конца года местами в детских садах около 500 детей, в целом по району дошкольным образованием будет охвачено 3323 ребенка. Альфия Мингазова, Еркен Жасыбаев, 77 News.